государство Израиль. Ну, в общем-то, на других картах можно его пальцем большим закрыть. Маленькое государство. Из этого государства Моисеев закон распространился по всем народам. Потому что помещено оно так, что рядом огромнейший Египет, а тут огромные Ассирия и Сирия. И сообщаться они могут только через Израиль. Знаете, вот когда я училась в Швейцарии, преподаватель по Ветхому Завету принес карту, которую он не вешал, а положил на стол. Она была рельефная карта. И наглядно видно, что везде горы, горы, ты там нигде не пройдешь. Ты можешь пройти только по прибрежной линии. То есть это было государство, через которое ходили вот... А тут везде, вот пустыни, горы. И как его не сглотали, не заглотали эти огромные державы, то что, понимаешь, какая сила, когда Бог, око моего над тобою, и будешь слушаться, молоко и мед будет, безопасность будет, защита будет, благословение будет. Но вы знаете, что вы знаете историю, когда народ отпадал от Господа, враги приходили, народ прятался в щели, как тараканы. Помните, перед Гедеоном там они, магнетяне, пришли, наполнили всю страну, и они в горах, в щелях каких-то прятались. Думали, ну надо же, упорство такое. Пока наконец не возобили Господа, и он все, избавил их от всех. Это поразительно. И вот эта страна. И все, что Бог делал с ними, он показывает, это принципы истории. Вы понимаете ли, что Бог по рукам говорит? Ты вот так отверг его, вот смотри, что получается, какие плоды, какие результаты. И ты без Бога обратно не вернешь в порядок народ. Что это вот черное, это белое. Это мне сказал пресвитер мурманский. У нас, говорит, народ, город портовый. У нас моряки, они ездят туда и туда и туда, они приходят в церковь, каются, и надо с ними беседовать, потому что они не знают, где голова, где ноги. Они не знают, что жена должна быть одна, что детей надо воспитывать, им в голову не приходили, такие вещи не приходили. Что трудиться нужно, то задача мужа такая, ответственность мужа такая. Впервые слышат, никогда нигде не слышали. Понимаете, где голова, где ноги. И вот Бог учил Израиль. И одна истина. Пока народ ходит перед Богом, он защищен, он благоденствует, все, он размножается, у него все есть. Когда народ отступает, как отступает? Да буквально. Я это не понимаю. Я очень согласна с реформаторами, которые это откровенно сказали, с Библией, которая это все время говорит. Человек крайне испорчен, первородный грех, все искажено. У человека сидит внутри желание делать наоборот. Не любящий меня, говорит премудрость Божья, любит чего? Любит смерти. Тяготеет к смерти, а на самоубийство. Вы понимаете? И вот никто не знает, никакие правители не могут. С чего это они? А потому что пусто, без Бога нельзя жить. Не любящий меня любит смерть. Поэтому, если хочешь понимать историю, надо читать Ветхий Завет и как Бог с Израилем общался. Теперь Израиль рассеян. Он наказан. Он рассеян. Но вы понимаете, что там было иудейское государство, там было израильское. Одно колено и вот 10 колен. Два колена, Вениамин и Иуда, и 10 колен израильских, Ефрем. Так Ефрем смешался с народами. Иуда, да, предан Вавилонским.
А Израиль-то рассеян, и он осеменил все народы. Вы понимаете, какие промыслы Божии? Народ наказан, народ рассеян, но этот народ, он всех спасает. Он везде с собой несет богопочитание, талант. Бог благословляет этот талант. Им даны эти таланты. Уж не будем причислять. Где выдающиеся люди, ты смотри его происхождение. Вот. И написано в Псалме: «Любящий Господа, просите мира Иерусалиму, молите за Иерусалим. Благословляющий тебя, благословенный, сказал Бог Аврааму, проклинающий тебя, проклят». Когда я слышу всякие антисемитские высказывания, я всегда останавливаюсь и говорю: «Побойся Бога, ты на свою голову вызываешь проклятие. Не я только детьми. Благословляющий тебя, благословил». И представляете, и вот находясь в таких условиях, преследуемые, гонимые, презираемые, они сохранились как народ из древних народов, где все эти Исеи, Ифусеи, Гергесеи, Ферезеи и так далее, нет их народов. Вы знаете, что египтян нету. Там арабы. Персов нету, там арабы. Из древних народов, библейских народов, сохранилось два народа. Вы знаете, да? Два. Это евреи, это арабы. Я спрошу вас, Бог проклял Измаила или благословил? Благословил. А? Благословил. Благословил. Будем помнить. Даже Магомед в Коране написал: обратите внимание на тех людей, которые называют себя христианами. У них, они знают Бога, у них есть священники, и они наши друзья. Это было в Коране написано. В общем, понимаете ли, в общем, эта история кончилась. Она сейчас восстанавливается. Бог собирает опять свой народ, и опять... Скоро эти часы, то ли уже пошли, то ли скоро пойдут. Так, а где Божий народ теперь? Бог начал созидать другой центр. Это Европа. Это Европа. Когда арабы двинулись на весь мир завоевывать, они были, я думаю, мы добудем эту карту, они будут остановлены. Они возьмут Испанию и остановлены перед Францией, и они возьмут всю Восточную империю, будут остановлены у ворот Византии. То есть, понимаете, огромные щипцы, которые крах, и между ними вся Европа бы крахнула. Они остановлены. И Бог начал пестовать, заниматься Европой, европейскими странами. И Он использовал нас с вами, нашу страну, славян, для защиты Европы. Мы встали барьером на пути проникновения татаро-монгольского нашествия, которое не одолело, остановлено было. Мы все время оказывались освободителями. Их освободителями, когда Наполеон, когда Гитлер. Вы понимаете, какую роль нам Господь дал? Мы защищали, и там могла развиваться реформация, печататься книги, собираться конференции, обсуждаться Божье Слово, множиться церкви, развиваться христианизация по всему миру. Вы понимаете, как? Слушала я лекции сына Ахматовой. Лев. Знаете, я имею в виду, да? А? Гумилев. Лев Гумилев.
ему дали, он тоже ведь в лагерях был, репрессированный, защищал диссертации одну за другой и теорию свою, толстенную книгу своих идей. Вот, и он читал лекции, ему дали читать на географическом факультете дополнительный курс, факультативный, необязательный, на который у него было 5 девочек. И собиралась туда, как говорится, весь Ленинград собирался. В этот зал. И мне удалось протиснуться. Там только что на люстре не сидели. И на полах, и на подоконниках, набито битком. И он не начинал, ходил, ждал, когда законные 5 девочек придут эти. Открывал им двери таким жестом, значит. Ну вот и рассказывала он свою любимую идею, что такое действует в народах, когда мирно пасущие верблюдов арабы вдруг поднимаются, идут и завоевывают чуть не весь мир. Или что случилось, когда на крестовые походы вдруг все двинулись. То есть массовые движения, передвижения. Вот он все это рассматривал свою эту идею. И тут, и он говорит, есть у народа подъемы, есть спады. И когда пассионарность, вот эта вот завоевательность, сила, энергия, строй, созидать, тут. А потом она переходит в культурный такой пласт, а потом кончается, и мы его все окружили и стали спрашивать конкретно. Он говорит, ну так что же, на наших глазах пассионарность Европы исчезла. Там нету. Америки кончается. В России еще как говорится, конь не валялся. То есть, понимаете, еще лет 600 в России для ее проявления. Ну, это его теория. Я вам так излагаю, как его теорию. Но я просто смотрю, мое такое понятие, что Бог Россию положил в долгий холодильник на последние времена. Вот. И пока он дал нам такую благородную задачу – спасать Европу. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Зачем изучать эту историю, значит, церкви? Вы знаете ли, что сам Господь этого требует? Он, два слова здесь важны. Запомнить, напомнить, помнить. Бог дает народу свои праздники для напоминания, запоминания, исповедальные формулы для понимания, что Бог есть владыка истории. Бог – владыка истории. Это очень важные мысли вот, для изучения истории. Исаия 14:24. «Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Вы знаете эти слова, да? 14:24 Исаия. «Как я помыслил, так и будет. Все будет так, как оно написано в Писании». И когда мы живем в трудные времена, так мы знаем, что написано. Будут трудные времена. Знаете ли что? У меня любимое место сейчас, вот Писание, вдохновляющее меня. Господь говорит, «В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». А как это нас, евреев, касается? А нам сказано, что сила, победившая мир, есть вера ваша. Мы побеждаем мир. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Поэтому, когда сказано «я победил мир», так это мы победили мир, потому что он в нас. И это есть вера наша. Мы побеждаем ею мир. Мы побеждаем ею скорбь.
встретила вчера со старым студентом. Говорит, сын в церковь пришел, в другом месте где-то живет. Написал письмо. Папа, как тяжело быть христианином. И тот отец, конечно, встревожился. Пишет ему письмо там. Сын отвечает, отец, да ты не беспокойся. Обратного пути у меня нету. Куда? Ну, куда обратно? Поэтому, понимаете ли, как я определила, оно так все будет. А то, что будете иметь скорбь, понятно. Мир-то греховный, мы-то в греховном мире. И мы взяты из этого мира. И мы поставлены против всего мира. Потому и трудно. От одной крови, это известное деяние 17:26, он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Предопределенные времена – это история, а пределы их обитанию – это география. И то, и другое, чтобы они искали Бога. И история, и география, чтобы искали Бога. Посмотрела на карту Африки я. Там очень много государств. В какой-то Мавритании там голову отрубают за имя Христа. А рядышком государство, где чуть не президент христианин. Вы понимаете как? Поэтому империи все, нету империи, не будет империи. Следующая империя будет наша, христианская. Империи хотел создать, там, помните, Наполеон, потом там Гитлер, мы создавали империю, где-то та империя. Вы не представляете себе, какая империя была, боже мой. Там ведь и вся Африка наша, и Индонезия наша, и, по-моему, кроме Австралии. Все. И Латинская Америка наша. Везде у нас огромные средства даны для поддержки национальных движений и так далее. Наша империя рухнула. Африка любовью Господу горит, потому что просто погибает иначе. Поэтому вот Исаия 26:9. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Сейчас суды Божьи, они проявляются вот в нашей жизни. Причем суды такие, вот как я вам говорю, Бог не дает нам какого-то неурожая, какой-нибудь холеры, какие-нибудь землетрясения, там, цунами на нашу страну. А ведь суды идут. Суды идут в сердце людей, которые говорят, Господи, да как же это так? Да что же это за жизнь? Да почему же это так? Люди научаются правде. Замечательное место в Второзаконии 8:2. Помни, помни, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Это к народу, это к каждому из нас. Бог ведет и испытывает сердце наше, будем ли верными. 8:2. Псалом 32:10. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Вот почему газеты интересно читать. Замыслы, а вот все и нету. Вот. Осия 7:13. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили обо мне. Вы понимаете ли? Очень серьезное предупреждение. И важнейшая вот вещь. История мира, мои дорогие, история мира зависит от истории церкви. Хотите понять, что за страна, посмотрите, какая там церковь. Пойдите в церковь туда, чтобы понять, какая страна. Если хотим понять, что происходит с той или иной страной, нужно узнать, какова жизнь в ее церквах. История мира зависит от истории церкви. Ты зеница ока, Господь говорит. Касающийся тебя, касается зеницы ока моего.
Центр истории – это церковь. При благоденствии праведников веселится город. При погибели нечестивых бывает торжество. Благословение праведных возвышается город. Это притчи, 11 глава. И Бог нам открывается в пророках, и уже в Евангелии написано: «Вот лежит это нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Это, помните, этот Симеон прорек, держа младенца Иисуса, в предмет пререканий. Вот мы будем с вами эти пререкания изучать. Предмет пререкания, то есть так должно быть.